заканчивается, друзья, наше путешествие в Google сегодня с ланчем и с разговором с Любой, потому что поводом для встречи было желание Любы сделать свой блог, такой мотивационный, чтобы там и с хай-теком было, и с лидершипом и так далее. Вот мы с ней сидели, генерили, как назвать, что там внутри будет. И мы с ней даже записали первое видео для блога Любы. Вот когда у нее появится, я там ссылочку дам. В общем, такой был день. Единственное, что она меня, это, знаете как, это умотали сивку крутые горки. Или как там, укатали сивку крутые горки. Значит, меня укатали тропы гугловские. Я знал бы, я бы кроссовочки одел, а так я в таких, знаете, в шлёпках хожу. Вот, и мы так хорошенько намотали. Я думаю, что я сегодня дневную норму там по шагам выполнил. Вот, и я вам просто показываю кампус гугловский. Вот так это выглядит. Вот мы тут ездим. Вот ребят ходят там. Сейчас меньше ходят, чем вот во время обеда, но тем не менее тут многолюдно. И на велосипедиках гугловских, может быть, вы там видите. Вот, ну, поехали себе потихоньку. А я на каникулах. Еще раз я вам напоминаю, я на каникулах и как бы провожу время в делах полезных, не обременяющих, и не так, чтобы там по 12 часов в день, как бывало, а так, в свое удовольствие. Вот мы, друзья, в наше удовольствие покидаем, ну, еще не покинули, но где-то на пути к тому, чтобы покинуть кампус Гугла. Да. Здесь симпатично. Я хочу сказать, что в целом это место приятное. Да. Люди интересные. Смотрите, вот, правда? Вот ходят парни, вот у них там болтается на штанах бэджик, которым дверки открываются. Такие же ребят, как мы все. Google такая народная компания. Там работает очень-очень много людей. И там сотрудники есть, которые по контракту, а есть постоянные. И некоторые говорят, как же так, вот в Google так трудно попасть, а вот у вас там выпускники прямо из школы и в Google. Я могу сказать, что тут есть три больших компании, которые нанимают очень так интенсивно. Вот это и Google, и Microsoft, и Apple. Может быть, треть наших выпускников вот сразу оказывается там после интерншипа. Но и говорят, как же так, туда же сложно попасть. Ребята, на контракт туда не сложно попасть. Туда сложно попасть на постоянную позицию. А на контракт не так сложно. То есть все, кто хотел попасть в Google там, на контракте, все там были. Потому что они так много нанимают, что, в общем-то, никаких таких серьезных препятствий нет. И каких-то очень высоких требований к квалификации тоже нет. То есть там полно народу, которые выполняют какие-то базовые простые штучки и в общем-то той квалификации, которую они у нас в школе получают, более чем достаточно. Так что есть простая работа тоже, что же не все же там кодируют, автоматизируют или там, не знаю, там бэкэнд сервера какие-нибудь гоняют. Нет, есть простая работа такая, связанная с пользовательским интерфейсом, с тем, чтобы какие-нибудь там мобильные аппликации на разных платформах, посмотреть, как себя ведут и так далее. Вот этим занимаются. Ну что, мы уже выехали в город Mountain View, и я с вами прощаюсь. Мы как бы завершаем сегодняшний гугловский цикл. Счастливо!